Куракшет. Сегодня первый день чемпионата России по вольной борьбе в Улан-Удэ. Вот его итоги. Напряженный день завершился яркими полуфиналами в трех весах. В весе 57 килограммов встретились Монгуш Начин из Тувы и Азамат Тускаев из Осетии. Знаменитый Азамат Тускаев с трудом прошел 1/8 и 1/4 финала, а тувинец не позволил авторитету соперника сломать его игру. Монгуш, с победой! Второй полуфинал и скромная победа Заура Угуева из Дагестана 2-1 на классе над Белик Оолом Кужугетом из Тывы. Заур Угуев – мой фаворит в моем прогнозе победителей чемпионата России. Особенно рад его выходу в финал. Завтра у Заура финал чемпионата России и финал чемпионата Тывы. Магомед Рамазанов неудержим на тренировках и в официальных стартах. Мощный задел в самом начале, казалось, гарантировал ему победу, но опытный Артур Найфонов непостижимым образом вырвал победу. Это было как чудо! Из 79 в 86 килограммов поднялся Ахмед Гаджи Магомедов. Все получалось, но огненная атака Даурена Куруглиева, и все закончено. Пока Даурен давал мастер-классы всей стране, Найфонов одолел трех дагестанцев. Даурен может стать четвертым, но мой фаворит – Куруглиев. Поэтому в финале буду болеть за него. Анзор Уришев начал побеждать еще до моего рождения. В этот раз опыт привел его в финал. Магомед Курбанов одного за другим одолел трех осетинских спортсменов. Это дорогого стоит. Рад, что мой прогноз сбывается. Вперед, Магомед! Сегодня мы поздравляем трехкратного олимпийского чемпиона Бувайсара Сайтиева. Что переводится мира вашему дому? Я искренне желаю вам мира. Я хорошо знаю Бурятию, хорошо знаю бурятский народ. Мой спортивный путь очень тесно связан с бурятской землей. Моя борьба связана и обогащена частью бурятской борьбы, чем я очень горжусь и благодарен бурятской борьбе. И честно, искренне считаю, что сегодня бурятская борьба не занимает то место, которое она по праву заслуживает. Подписывайтесь на мой канал «Красная Вилка». Уже завтра итоги второго дня. Будет жарко! Мои тренеры поддерживают бурятских борцов на трибуне. И лучший из наших Юрий Иванов из Иркутска дошел до четвертьфинала. Все самое интересное впереди! Уракша! Байрла! Байрте!